Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы будем готовить попкорн из домашней кукурузы. Вот такая вот у нас выросла в этом году кукуруза. Такие семена покупали. Кукуруза воздушная. Ну и та кукуруза, которую мы сеяли на рассаду, вот они, видите, початки очень хорошо так вызрели, в принципе. Такие вот меленькие у нее зернышки. А те, которые сеяли мы прямым посевом, они вот тут такие, видите, они не вызревшие. То есть все равно у нас в Сибири все очень долго растет. Ну и лучше сеять такую кукурузу на рассаду. Вылущиваем кукурузу из початка. Вот один такой всего лишь маленький початок обобрали. И вот такая вот мелкая-мелкая кукурузка. Много не будем делать попкорна, так что только вам показать. Уже не первый раз его готовим. Вот такая вот кукурузка. В наши зерна кукурузы добавляем растительное масло. Так, все хорошенько перемешиваем. Добавляем также соль. Перемешиваем и добавим приправу, смесь перцев, совсем-совсем немножко. И тоже все перемешаем. Теперь берем кастрюльку с толстым дном, включаем максимальный огонь на шестерку и перекладываем в холодную кастрюлю наши вот эти вот зерна кукурузы. Здесь их распределяем по дну. Главный секрет в том, чтобы все зерна кукурузы раскрывались, это то, что именно мы помещаем их в холодную кастрюлю. То есть не в горячее масло, а в таким холодным способом. Теперь берем силиконовую или деревянную палочку и постоянно вот эти зернышки помешиваем. Сейчас у нас постепенно будет кастрюлька нагреваться, и зерна у нас будут раскрываться. Вот так вот постоянно помешиваем. Это уже начинает немножко шипеть. Обязательно делаем все это на максимальном огне. И всегда вот так вот помешиваем. Пробовали закидывать вот эти зернышки в горячее масло, потому почему-то она не вся тогда раскрывается и много горелой. Вот они уже начали увеличиваться в размерах и желтеть. И как только первые начнут взрываться, сразу накроем это все крышкой. Закрываем. И периодически вот так вот ее стряхиваем. Вот такая кукуруза. Сейчас подождем, пока последнее зернышко раскроется, и оно совсем перестанет тогда взрываться. Ну, почти вся, наверное. Вот еще есть. Можно огонь уже отключить.
Вроде бы, наверное, все. Все снимаем крышку и перекладываем нашу кукурузку. Вот такая вот кукурузка. Уже, вернее, попкорн получился. Ну все, перекладываем нашу попкорн в тарелку. Вот вся кукурузка раскрылась. Ни одного не раскрывшегося зерна. Ну вот такой вот у нас получился попкорн. А всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.